Компания Geotronics рада предложить вашему вниманию обучающий видеоролик по обработке базовых линий и уравнению GNSS сети в TBC. На данном уроке мы будем проходить уравнивание GNSS съемки. Для этого необходимо открыть программное обеспечение Trimble Business Center и создать новый проект, после чего подгружаем сырые данные GNSS съемки. Процесс уравнивания начинается с настроек. Изначально проверяем установленную систему координат и высот. Первоначально производим обработку базовых линий, так как съемка производилась в режиме постобработки. Для этого мы переходим в меню «Съемка», «Обработка базовых линий», после чего начинается процесс обработки базовых линий. После обработки мы можем увидеть погрешности в плане и по высоте. А также среднеквадратическую ошибку. После чего мы сохраняем обработку базовых линий, нажав кнопку «Сохранить». И переходим к уравниванию самой сети. Для этого необходимо добавить координаты тригопунктов, которые мы измерили. Для добавления координат тригопункта выделяем GNSS-точку нажатием левой кнопки мыши и выбираем точку. После чего нажимаем кнопку «Свойства». Или можно выбрать, нажав правую кнопку мыши в чистом поле, где мы можем выбрать функцию «Свойства». После чего вспомогательное окно «Свойства» увидим в правом окне программы. Нажав кнопку «Добавить координаты», мы переходим в окно «Добавить координаты». Имя точки остается по умолчанию. В нашем случае 10334. Тип координаты выбираем на плоскости, так как у нас используется прямоугольная система координат. Помимо прямоугольной системы координат можно вводить эллипсоидные и глобальные системы координат. Затем в строках север, x, восток, y и отметка вводим координаты тригопункта. Далее задаем качество введенных координат. Так как координаты тригопункта являются исходными, качество координат устанавливаем опорные. После чего нажимаем кнопку «ОК». После ввода координат всех тригопунктов осуществляем само уравнивание. Для этого в главном меню «Съемка» выбираем команду «Уравнивание сети», после чего в правом окне откроется вспомогательное окно «Уравнивание сети», где можно увидеть все точки, подлежащие уравниванию. Если мы хотим уравнять сеть только в плане, тогда ставим галочку под 2D. Для уравнивания сети по высоте необходимо иметь минимум 4 точки, имеющие координаты x, y, z. В этом случае можно установить галочку под Elevation. Под Elevation понимается отметка,
отсчитываемая от уровня геоида до точки на местности. После настройки нажимаем команду «Уравнять». После данной операции необходимо просмотреть отчет об уравнивании сети. Для этого мы нажимаем команду «Отчет». Отчет выдается в HTML-формате. В отчете об уравнивании просматривается строка «Проверка по критерию КСИ квадрат». Если статус стоит «Выполнено», то сеть уравнена. Если не выполнено, то необходимо закрыть отчет и повысить весовые коэффициенты. Которые настраиваются в вспомогательном окне уравнивания сети во вкладке «Нагружение». Где нажимаем команду «Умножить» для того, чтобы опорный коэффициент совпадал со скаляром. После чего нажимаем обратно команду «Уравнять». После уравнивания мы обратно можем просмотреть отчет об уравнивании. Благодарим за внимание. Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону в Алматы 8, код города 727-334-06-92, либо 334-06-93.